Кинопремиум HD представляет. Опасная игра. Миллионы скрытые в офшорных счетах. Но с этим мы уличим Деннинга в обмане лично. Вау, все продумал. Ставки слишком высоки. Через 11 часов Эмили либо будет дома, либо на том свете. Хотите первое? Доверьтесь мне. Противник неизвестен. Если мы его не найдем, пострадает много людей. Понятно? Выживет только победитель. Как далеко ты готов пойти, чтобы выбраться? Джош Дюамель, Аль Пачино, Энтони Хопкинс. Хуже, чем ложь.